Кто такой предприниматель, какими качествами он должен обладать, легко ли начать собственное дело, и если ты молод и у тебя есть идея, как действовать. Темы непростые, но в экономическом лагере ответы на эти и еще многие другие вопросы обсуждаются в неформальной обстановке. Мы создадим предприятие в условиях лагеря, у нас будет работать рыночная площадь, у нас будет работать банк, и ребята смогут какие-то свои бизнес-идеи попробовать воплотить в жизнь. Это такая вот первая игровая часть, во вторую часть нашего лагеря ребята будут уже разрабатывать более практические бизнес-идеи, которые они выйдут за пределы нашего лагеря и когда-нибудь, возможно, станут реальными бизнесами при поддержке нашего городского сообщества предпринимателей. Уже второй раз городской экономический лагерь собирает школьников Ленинско-Кузнецкого. Благодаря его работе существует более 40 проектов школьных предприятий. 11 из них стали победителями конкурса «Мой первый бизнес». Авторы этих бизнес-планов прошли обучение в экономическом лагере «Территория успеха» в городе Сочи. Теперь они помогают новичкам экономической школы сделать их идею успешной. Мы на самом деле очень рады и горды тем, что в нашем городе уже стала практически традицией работа вот такого школьного экономического лагеря или экономической школы. Более того, он работает в преддверии нового учебного года. То есть новый учебный год у вас начинается на недельку раньше. Вы получаете здесь, насколько я понимаю, знания. Знания, которые, без сомнения, пригодятся вам в будущем. В течение 7 дней ребят ждет насыщенная программа, мастер-классы, дискуссии, тренинги с участием ленинско-кузнецких предпринимателей различных сфер деятельности. Главная цель – дать молодежи необходимую базу знаний и стартовых навыков, чтобы они могли хотя бы представить, что такое собственное дело. Даже если после участия в этом лагере ребенок скажет, что я в жизни не буду заниматься предпринимательством, я считаю, что мы все равно выполнили свою работу. Потому что если человек точно определился, что это не его, это тоже плюс. Хотя, кто знает, жизнь у нас такая очень динамичная. Первая задача школьников – попробовать себя в роли бизнесмена в условиях лагеря. Вторая – разработать настоящий бизнес-проект, который можно будет запустить в Ленинске-Кузнецком.